последней завершающей песней, в которой я верю, что мы будем с вами танцевать, я хочу рассказать про две картины. Первая о том, как мы танцуем с Иисусом. Когда мы танцуем, Он поднимает нас в небо, поднимает над обстоятельствами. Он дарит себя всего. Он наше основание, Он наша поддержка. Он тот, на кого можно положиться. И также Он подарил нам супругов, через которых будет поддерживать и вдохновлять нас. Мы, наша семья, это одна команда, нитка, скрученная втрое. Этот канат крепкий, поднимает многих в небо. Исайя 44:22-28. «Грехи твои были словно большое облако, но я их развеял. Они исчезли, как туман исчезает в небе. Я спас тебя и сохранил. Вернись ко мне обратно. Счастливы небеса великим делом Господним. Счастлива земля до самой глубины. Горы поют благодарность. Счастливы все деревья, ибо Господь спас Иакова. Великое для Израиля соделал Господь. Господь создал тебя таким, какой ты есть. Господь, сотворивший тебя в утробе матери, говорит: «Я Господь, сотворил все. Я сам поставил небеса и землю пред тобой распростер». Лжепророки говорят неправду, но Господь выделяет их обман. Господь обнаруживает глупость занимающихся колдовством. Даже мудрых смущает Господь. Они думают, что многое знают, но Господь выявляет их глупость. Господь исполняет предсказания слуг своих. Он подтверждает слова своих вестников и говорит Иерусалиму: «Ты возвратишься и городам Иудины, вы будете вновь отстроены», говорит руинам: «Я восстановлю вас». Господь Иерусалиму говорит: «В тебе вновь будут жить люди». Господь говорит городам Иудиным: «Вы будете вновь отстроены». Господь говорит разрушенным городам: «Вновь сделаю вас городами». Господь глубоким водам говорит: «Сухими станьте, я ваши ноги, воды иссушу». Господь говорит Киру: «Ты мой пастух, и исполнишь волю мою». Иерусалим скажет: «Ты, что он построен, будет снова, и скажешь храму, что его вновь укрепят основания». А теперь про вторую. Это костная система, ребра и позвоночник, а внутри сад. Для каждого, у кого сегодня считаете, называете эпидемией, как угодно, бронхит, транхит и любые другие, все, что с этим связано, примите это сейчас как откровение, что Бог вкладывает в вашу внутренность сад. Внутри вас Его благодать, ее достаточно, чтобы принести это исцеляющее действие сейчас в ваш организм. Он создал нужную систему защитную этих ребер, свою систему, своих правил, своих законов, своих способов нас исцелить. Поэтому пусть этот внутри сад во время нашей песни он взращивает, взрывается, как любая пустыня становится садом.
заступила, но ты захотел. Иисус, прекрасней всех, и ничего не надо больше. От полноты Его принимаем мы. Благодать Его изливается не мерой. Дух Святой наполняет меня. Благодать от Твоей любви, благодать от Твоей любви. Исцеление везде, где...